Так, здравствуйте, товарищи. Начинаем очередное заседание кружка любителей гегельской диалектики. Вот. А это у нас не простое занятие, а занятие, которое в этом семестре будет итоговым. И следующее у нас занятие будет в феврале. В феврале, во второй вторник февраля, это будет. Давайте посмотрим. 11 февраля. Это будет 11 февраля. Так что вот 11 февраля мы продолжим наше занятие. А это означает, что у вас, так сказать, такие помехи, которыми являлись занятия кружка в изучении науки и логики, которые вас отвлекали от самостоятельное изучение, на время эта помеха какое-то не очень большое снимается. И вы можете себя без остатка посвятить этому делу. Тем более, вот у нас еще дни будут в январе специально выделены руководством под выпивку. Для изучения диалектики. Так что тоже есть тут целые значительные резервы. Во-вторых, погода зимняя, не очень-то разбежишься на свежем воздухе, имея в виду такую зиму, какая у нас сейчас. И так или иначе, есть возможность для тех, кто желает заниматься наукой, логикой и диалектикой, заниматься. Это требует, как мы знаем с вами, терпения, это требует понимания того, что повторение – мать учения, это требует понимание того, что обращение и раз, и два, и три, которое Ленин называл штудированием, при изучении сложных таких вопросов, которые мы изучаем, совершенно необходимо. И тогда вот то, что было, казалось темным, становится уже менее темным, потом уже даже светлым, а потом уже контуры различимы, и, наконец, вот вы начинаете все более ясно это дело понимать. Поэтому, скажем, то, что нам казалось совсем изначально, когда начинал работу наш кружок, непонятным в самом начале, сейчас вроде как люди, которые занимаются в Красном университете, пишут правильные ответы без каких-то задержек, без остановки и так далее. Поэтому это постепенно становится достоянием все более широкого круга. В связи с этим я хотел бы в качестве некоторого примера применения диалектики рассмотреть или обсудить один вопрос, который мне неоднократно присылают по электронной почте в отношении того, а вот есть четвертый том «Капитала» или нет? Вроде есть такой вот четвертый том «Капитала». Как ответить на этот вопрос? С одной стороны, вроде есть. В каком смысле? Потому что если вы будете смотреть вот такие еще темные издания «Капитала», значит, там есть 20... Там есть «Капитал», том первый, это что такое? «Процесс производства капитала», «Капитал», том второй, «Процесс обращения капитала», и третий том, «Процесс капиталистического производства, взятый в целом». Тем не менее, вроде бы казалось, уже все взято в целом, тем не менее, значит, есть еще три книжки, которые идут следом, издавал их Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Ни Маркс, ни Энгельс не издавали. Не знали. Они знали. Дело в том, что тут имеет место, так сказать, обратный некоторый порядок. То есть, прежде чем написать то диалектическое произведение, которое состоит из трех томов, нужно было подвергнуть критике предшествующей политическую экономию. И даже в подзаголовке «Капитала» есть критика политической экономии. Но эта критика сугубо уже позитивная, правда? Потому что это не критика отдельных каких-то авторов, а изложение той позиции, которая отвергает с более высоких позиций, с позиции более сложной и более развитой, вот менее развитой, с учетом того, какой вклад авторы предыдущих экономических учений, там Смирт, Адам Смит, Рикардо, Мальтус, Кене внесли в экономическую науку. Они, конечно, внесли свой вклад в это. И это очень полезное чтение. Вот это то, что было предварительным
материалом. Это большая очень рукопись теории прибавочной стоимости. Вот это и заголовок имеет вот эти три книжечки, которые изданы Институтом марксизма и ленинизма. Теории прибавочной стоимости, они так в трех книжечках и изданы. Но в каждой написано «Теория прибавочной стоимости» и под заголовок «Четвертый том капитала». И вторая часть «Теория прибавочной стоимости», «Четвертый том капитала». И третья тоже часть «Теория прибавочной стоимости», «Четвертый том капитала». Институт марксизма и ленинизма, или те люди, которые занимались изданием, и за это издание им большое спасибо, они написали, какие у них основания, кроме того, чтобы писать теории прибавочной стоимости, писать четвертый том капитала. Потому что Маркс сначала говорил, вот надо бы такую сделать и историческую часть, и историческая часть была как бы элементом вот того капитала, то есть системы экономической, которую он построил. Потом она оттуда ушла. Поскольку на самом деле диалектика позволяет всю историю превратить, так сказать, в логику. Правильно? А чем отличается логическое построение от исторического? Что она убирает случайности всякого рода. И не обсуждает вопрос о том, кто что сказал, а она выводит более сложные категории из более простых. Вот движение от простого к сложному, от низшего к высшему – проходит через все эти три тома. Вот если вы возьмете какие-то категории третьего тома, то они развиваются из тех категорий, с которых Маркс начинает первый том. А из чего они развиваются? Из товара. Из товара. И из товара развертывается вся система капитализма. А что в теориях прибавочной стоимости? В теориях прибавочной стоимости рассматриваются различные концепции и дается критика поштучно, предметно каждой конкретной концепции. Отдельно Рикардо, отдельно Смита, вот догма Смита. Смит никак не мог решить эту проблему, что вроде бы, так сказать, зарплата – это цена труда. А если цена труда, значит, все эквивалентно, а где тогда прибыль, откуда берется прибыль капиталистов. И он никак не мог это распутать, потому что Маркс распутал это тоже не сразу. И это его гигантский вклад вообще в науку. Он рассмотрел вопрос или показал, что действительным товаром является вовсе не труд, и продается не труд, а продается именно способность к труду. А способность к труду имеет как товар, такой потребительный особый товар. Особого рода. Потребительная стоимость, которая состоит в том, чтобы создавать больше стоимости, чем стоит сам этот товар. И он эту догму Смита разрешил. Поэтому с точки зрения, скажем, того, куда помещать бы эту теорию прибавочной стоимости, я думаю, правильнее было бы их поместить в более ранние тома, потому что это, так сказать, вот предтеча. Или наоборот, так сказать, их поместить с указанием на то, что это, так сказать, вот то, что было предпосылкой, мы помещаем это здесь. Но если люди, так сказать, сразу дают двойное название и теория прибавочной стоимости, четвертый том капитала, то, как вы понимаете, и Маркс, и Энгельс были достаточно квалифицированными людьми, чтобы решить, что сначала издавать, самое важное или менее важное. Вот Маркс издал первый том «Капитала» и приготовил к изданию еще два тома, две рукописи второго тома и третьего тома. Но для того, чтобы выпустить второй и третий том, требовалась большая работа, которую делал Энгельс. И он на этой работе, так сказать, потерял, так сказать, как говорится, и здоровье, и очень много сил и времени затратил. Поэтому он ставил свою задачу эту работу закончить, чтобы вот эта диалектическая часть, который является великим открытием Карла Маркса. То есть эта самая работа, это и есть доказательство, между прочим, силы диалектики. И это диалектико-материалистический метод в действии. Не разговоры про диалектико-материалистический метод. И не разговоры, что надо применить диалектику к изучению экономики. Это примененная диалектика как раз к исследованию
экономики общества, буржуазного общества. Поэтому начинается с товара, а заканчивается чем? Там, на чем обрывается третий там, классы. На этом это все обрывается, и это, так сказать, можно это продолжать, по идее. Но вот это то, что касается теории прибавочной стоимости, это не продолжение. Это можно считать предпосылкой капитала. А предпосылкой оно и было. То есть сначала были эти предпосылки написаны, огромная рукопись, превосходящая по объему масштабу сам капитал, а потом пошла вот эта работа по созданию системы экономики. А создание системы – это не то же самое, что написать рецензии по существу, критический разбор работ разных авторов. И метод другой тут применяется, поэтому никак вот под одну шапку не подведешь. Вот эти три тома, и где в действии имеется диалектический метод, и что и некое рецензирование или критическая переработка, обработка тех предшествующих концепций, которые, в которых применяется какой метод? Исторический. Это исторические очерки, критические исторические очерки предшествующих Марксу учений. Читать это очень полезно, потому что, чтобы понять, откуда взялся вообще капитал. Капитал в том числе взялся благодаря обобщению всего материала экономического, которое было к этому времени, всех выдающихся экономических произведений. Поэтому читать это полезно. Но надо понимать, что, конечно, это вот там поставить в один ряд с этими тремя томами нельзя. Ну, называть можно, как говорится. То есть, но тогда надо понимать, что хотя так называет, вот так называемый четвертый том, он в скобках стоит в издании, так и написано в скобочках, четвертый том «Капитала», поскольку и Маркс собирался и не забрался, но первый, второй, третий том подготовил. Времени ему не хватило, потому что когда ему на первый, второй, третий времени хватило. Да. Теперь второе. Значит, понятно, что когда серьезные люди что-то делают, то они, конечно, сначала выбирают то, что является более важным, а потом оставляют уже менее важным. Поэтому, поэтому это, конечно, очень важно и нужно, и полезно. Ну, вот и очень хорошо, что Институт марксизма-ленинизма, так сказать, выкупил соответствующие рукописи и их издал. И это очень хорошо. И я бы считаю полезным, и всем рекомендую это почитать, особенно там, скажем, для тех, кто занимается на экономических специальностях вузов, и сейчас, в буржуазное время, очень полезно этих буржуазных экономистов почитать с точки зрения того, как их разбирает Маркс. Очень интересно и полезно. Кстати, я вот искал Маркса по поводу услуги и так далее, где он рассуждает. Именно в четвертом доме нашел, где он рассуждает про интерпренера, врача, учителя, создает, но не создает прибавочный труд. Ну, ну, а ты вы третий, ну, чувствуется, что вы третий том не читали «Капитал». Я начал сейчас. Да, я чувствую, да. Потому что то, что нужно было, вот это все, то, что он не создает другой труд, умственный труд, стоимость, это вытекает из чего? Товар, полезная вещь. Ну, так вещь, ну, ты, вот я сейчас вот вещи создаю? Ну, как вещи. Если считать слушателей вещами, то да. Или считать сотрясение воздуха, считать за то, что я делаю. Вот, так сказать. Я, конечно, воздух при этом у нас звук передается, как мы понимаем, через соответствующие волны звуковые. Вы еще контент создаете. Да, контент. А контент – это в переводе на русский язык содержание. Но у нас не все знают русский язык, поэтому так сказать. Макс, там так написано, что врач создает прибавочную стоимость в том плане, что он приносит ее капиталисту. Так создает или? Ну, не написано, что создает. Это вы сейчас прибавили. Приносит. Да. Есть разница? Есть. Вот. Ну, просто у нас баталии такие сейчас. Так, можете не создавать стоимость, в следующий раз принесите мне ее. Когда обсуждают курсы. Желательно уже выполнить. Желательно уже, да. Поэтому в этом и разница большая. Певичка, вот в третьем томе «Капитала», певичка, говорит, приносит антрепренеру прибавочную стоимость. Сейчас самую большую прибавочную стоимость получает не хозяйственник. А посмотрите, сколько, вот, скажем, существует таких мероприятий, которые приносят гигантские
деньги. Например, вот футбол. У нас есть стадион. В нем 66 тысяч мест. По 5 тысяч билет. Умножайте. 5 тысяч на 66 тысяч. Сколько будет? За вечер. 330 миллионов. Ну, 330 миллионов, там надо расплатиться с игроками, поэтому на них деньги не жалеют, они же приводят этих вот людей. Игроки, поэтому можно отдать им по несколько миллионов, а тут 330 за вечер. И поэтому это все вот клубы футбольные сейчас, это крупные капиталистические предприятия, конечно. Они стоимость не производят, они ее собирают. Собирают. Причем собирают они и у рабочих, там, кто платит, и рабочие, и служащие, и капиталисты, если они приходят. Но они на хороших местах сидят, они и по 20 тысяч могут купить и так далее. Ну вот, это вот информация существенная, я думаю, что поскольку мы все-таки изучаем науку логики и знаем, что Ленин писал, что нельзя вполне понять капитала Маркса, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля, то имеется в виду, это относится к тому капиталу Маркса, который в трех книгах составляет теорию Маркса. А исторические очерки – это уже как бы, так сказать, другой жанр. И это подготовительный материал к этой работе. Так, ну вот, теперь обращаемся к нашим задачам. Мы с вами заканчиваем суждение рефлексии. Чем суждение рефлексии нам выделяется и отличается от суждения наличного бытия? В наличном бытие говорится, оно имеет какую форму? Субъект есть предикат, да? Или не есть предикат, если это отрицательное суждение. А здесь, уже если речь идет о рефлективной форме, то есть об отраженной форме, отраженной, здесь другая форма суждений, рефлективная, связанная с тем, что для нее, прообразом, обозначение как рефлективное является учение о сущности, а не учение о бытии. Смысл какой? Единичное есть всеобщее. Или потом единичное есть особенное, некоторое особенное, может быть, и так далее. То есть уже берется не о том, что субъект есть предикат, а какое-то соединение, а какое-то единичное сопоставляется с некоторым особенным. И постепенно вот эти особенные, они как бы рассматриваются все более широко. Все более широко. Единичное есть некоторое особенное. Это положительная форма отрицательного суждения. А в бесконечном суждении вообще получается, что мы всеобщее есть всеобщее. Когда мы берем в качестве субъекта не единицу, а всеобщее. И вроде бы мы пришли вот такой, к форме отождествления левой и правой части тождества. Оно бесконечное суждение. С одной стороны, бесконечное суждение, а с другой стороны, уже и вот начиная это бесконечное суждение, Гегель пишет, что отрицательное суждение есть столь же мало истинное суждение, как и положительное. Поэтому суждения могут быть очень мало истинные. И мы это знаем. Сколько, так сказать, всяких разговоров, сколько всяких выступлений, сколько всяких речей. И в этих разговорах они под эти формулы подходят, но истины там не найдешь. И вот это мы еще подходим, значит, к суждению рефлексии. И вот суждение рефлексии выглядит так, что субъект есть некоторое единичное как таковое. Некоторые единичные. И мы разбирали с вами сингулярное суждение, что единичное и всеобщее. Партикулярное суждение, что да, некоторые там всеобщие. И универсальное суждение, которое приводит нас уже ко всему. Всякое, все единичные. И тогда Гегель говорит, что вот наиболее глубокое уже понимание вот этого суждения – это уже метод или правило. Раз уж речь пошла о всякости, все так. И в
заканчивая вопрос об универсальном суждении, мы пришли о том, что субъект, который, как было замечено выше, содержит в себе и для себя сущую всеобщность. Что значит в себе и для себя сущую? Во-первых, в себе сущую – это равный самому себе всеобщность. А что значит для себя? А для себя это значит, что нету какого-то второго здесь, другого. И он содержит ее как предположенную, а теперь имеет ее все так же, как и положенную. Все люди означают, во-первых, пишет он, род человека, во-вторых, этот же род в его распадении на единичности. То есть тут есть два момента сразу. И собирание, да, когда мы говорим род. Когда мы говорим род, есть, появляется мысль о том, что надо все собрать, самособирание всех людей. Вот все люди образуют род. А с другой стороны, род – это и тут же есть и отталкивание. Род, значит, он же из людей состоит. Если вы начинаете рассматривать род, то вы приходите к людям, из которых состоит этот род. И они одно без другого не существуют. Вот вам рефлективное рассмотрение, правильно? Если вы сказали род, значит, вы имеете в виду людей, составляющие этот род. Или предметы, составляющие этот род, правда? Какого рода это вещи? Можно так спросить, правильно? И с другой стороны то же самое. Другого же рода нет. А? Рядом же другого рода нет. Почему рядом? Какой ряд? В смысле того, что для себя. То есть другого рода людей нет. Нет, ну да. Тут не только людей, тут не о людях говорить. Но труд... не важно. Да, ну. Вот он говорит, что все люди означают, во-первых, род человека, во-вторых, этот же род в его распадении на единичности. Ну, так мы и говорим об этом, что если мы говорим о роде, то мы обращаемся не вовне, а к этому же самому роду, и его рассматриваем в его составных элементах. То, что тут является. Теперь мы пришли таким образом, когда мы дошли до рода и вида, то пришли мы к следующему выводу, что то, что присуще всем единичным вещам какого-нибудь рода, в силу их природы присуще и роду. Вот это вот у нас на странице 72 вверху записано. Как раз где осуществляется переход к суждению необходимости. То есть поэтому речь идет не о том, что мы будем говорить теперь только об отдельных представителях рода, но если это касается всех представителей рода, или то, что присуще, присуще, обратите внимание, мы говорим вот о таких суждениях, которые рефлексивно связаны с учением о сущности. С учением о сущности. То есть он классифицирует эти суждения, двигаясь от учения от бытия через сущность и к понятию. А то, что мы, на чем мы сегодня закончим, следующее там уже будет то, что у нас ведет к учению о понятии, но в виде суждений. То, что присуще всем единичным вещам какого-нибудь рода, в силу их природы, присуще и роды. Вот тоже интересно, в силу их природы, то есть не внешним образом, не из-за каких-то внешних обстоятельств, да? А в силу их природы. И мы тогда приходим к суждению необходимости, которое вот он тут так определяет, значит, определение, до которого доразвилась всеобщность, есть, как оказалось, в себе и для себя сущая или объективная всеобщность. Вот он называет в себе и для себя сущую всеобщность объективной. То есть такая всеобщность, которая тут присутствует вместе с единичными, нет отдельно от нее какой-то другой всеобщности, которая в другом виде бы выступала. А эта всеобщность рода, она выступает и как единичность и как всеобщность одновременно. И ей в сфере сущности соответствует субстанциальность. Первая отличается от последней тем, что она принадлежит области понятия, и в силу этого есть не только внутренняя, но и положенная необходимость своих определений. То есть она и с отрицанием выступает, а не только она где-то там внутри. На самом деле мы с вами знаем из изучения внутреннего и внешнего учения о сущности, если внутреннее, это не внешнее. А раз оно не внешнее, то оно связано с внешним. А внешнее, только тогда можно объяснить, когда есть внутреннее, потому что если нет внутреннего, нет никакого внешнего. Поэтому, хотя мы так вроде жестко
каждый раз говорим, это только внешнее. Ну, раз внешнее, значит, не внутреннее, значит, к внутреннему отсылка. А если внутреннее, значит, не внешнее, значит, к внешнему отсылка. Так и здесь. Здесь она не только внутренняя, но и положена необходимость. То есть внутреннее выходит вовне. А где это вот мы такое имели учение о сущности, когда внутреннее выходит наверх? Явление. Явление. Закон и явление. Закон и явление. Так что это вполне характерно и понятно. Вот здесь это тут необходимость, если написано суждение необходимости, но вот скажем, закономерно то, что необходимо, да? Тоже можно сказать, что это близкое по смыслу. И вот категорическое суждение. Имея в виду, что суждение необходимости составляет такие элементы, как род и вид. Если род, то он может быть представлен в некоторых видах, а виды уже из таких единичностей, которые принадлежат этим видам. А виды составляют род. Если возьмете все виды растений, получите растение вообще. Да? Или все виды млекопитающих, если рассмотрите, то будут все млекопитающие, род млекопитающих и так далее. То есть это тоже взаимосвязанные понятия. Категорическое суждение. Род разделяется, пишет Гегель на странице 72 третьей книги или второго тома «Науки логики». Или существенным образом расталкивает себя, распадается на виды. Тут видите, как интересно он написал, существенным образом расталкивает себя. То есть это не так, что кто-то берет, разрезает на кусочки, делит, возьмем элементы этого рода, или допустим, чтобы в этом роду имеется то. Нет, род сам себя расталкивает на виды. Расширяет это, когда вы много скушали, это немножко другое. А тут расталкивает себя внутри себя, то есть на виды. И вид есть лишь постольку, поскольку он, с одной стороны, существует в единичных вещах, если он вид. Но он вид какого рода, какого-то рода, поэтому... А другой, поскольку он вроде представляет собой некоторую более высокую всеобщность. То есть, если вы говорите «вид», то вы имеете в виду. И сам этот вид, и род обязательно. То есть нельзя говорить о виде, не имея в виду какого-то рода. И нельзя говорить о роде, если он не расталкивает себя в какие-то виды. Еще он не один, получается, в роду не один вид. Неизвестно. Может быть, и один. А тогда вид рода не становится. Есть такие случаи, такие виды растений, такие роды, растения и так далее. Мы тоже человеки. Да. Сейчас одни такие. И вот категорическое суждение, пишет Гегель, имеет такого рода всеобщность своим предикатом, в котором субъект находит свою имманентную природу. Что такое имманентную? Внутренне присущую природу. Поэтому он потом перебирает такие фразы, как «роза красна», и «роза есть растение», или «это кольцо желто», и «оно есть золото». Что он нам предлагает? На них посмотреть и сказать, какое вот суждение указывает на внутреннюю природу, да? А какое чисто внешнее? Это роза красна, а могла быть бела, а могла быть желта и так далее. То есть тут никакой особенной внутренней природы здесь не усматривается. А вот когда вы говорите, роза есть растение, то у вас есть этот вот род растений, и роза есть тогда вид этого растения, правильно? Сразу под это подпадает. Роза есть растение. Человек есть животное, а не растение. Некоторые с этим не соглашаются, когда им говорят, что они животные, считают, что их принизили. Я говорю, ну у вас вариантов нету, тогда вы можете сказать, что ли вы растение только. Так, кольцо, как вот сказать, желтое или оно, или что оно желто, как здесь написано, или есть золото. Ну, золото, если золото, то оно и желтое будет. А если желтое, совсем не обязательно золото. Так что это совсем другое дело. Вот. Поэтому, как вот отличить категорическое
суждение. Вот категорическое суждение обращает нас к чему-то внутреннему. Иногда пишут, вот я до того, как читал «Науку логики», многократно читал объявление: категорически запрещается ходить по траве. Думаю, а чем это отличается от запрещается? Ну, если оно запрещается, так, наверное, и категорически запрещается. Почему это вот пишут категорически запрещается? Ну, что-то, я не, имею в виду не то, что люди, может, неграмотно, но что-то в этом проявляется, какая-то истина. А истина состоит в том, что это вам хотят сказать, что вы подумайте о внутренней природе этого процесса, который будет, если вы будете ходить. Тут не будет этого газона. А будет здесь выбитый, сейчас тут красиво, а будет вам плохо ходить. Поэтому это не вопрос не в том, что мы вам запрещаем, а вопрос в том, что мы обращаем ваше внимание на сущность процесса. Будете здесь ходить, не будет у вас газона. Вот. А дальше, значит, какие виды категорического суждения, здесь уже как-то вроде проще понять. Есть суждение гипотетическое, например. А что такое гипотетическое? Гип от слова гипотеза. Если есть А, то есть и Б. Смотрим страницу 74. Уж проще, если вам кто-нибудь скажет, что трудно понять науку логики, то вот именно с этой страницы можно, держа ее в руках, плюнуть в глаза тому, кто это говорит. Что тут непонятно? Если есть А, то есть Б. Это гипотетическое суждение. Если нет А, то и нет Б. Нет, неизвестно. Может, есть Б. Может быть, и есть Б, если нет А. Но если есть А, то точно есть Б. Вот если есть Самсоненко Степан Степанович, то значит записи нашего кружка будут доступны трудящимся по всему миру. А если нет записи, которые сделает Степан Степанович Самсоненко, за что мы ему все благодарны, то и не будет и записи кружка. Этот кружок будет вот тех, в количестве тех человек, которые здесь сидят за столом. Так что это вот большая разница. Поэтому гипотетическое суждение очень серьезное бывает. Это очень серьезно. Правда, еще есть товарищ Тюленев Сергей Викторович, которому Степан Степанович отдаст запись. А если он не вывесит на канале Фонда Рабочей Академии, то, несмотря на то, что и мы проводили, и Степан Степанович записал, и ему передал, а он не вывесил. Так вот, если Тюленев вывесит, то тогда и будет это висеть. И тогда будут люди смотреть. И тогда мы увидим много просмотров. Мы знаем, что смотрят занятия. Поскольку занятия эти довольно сложные и трудные для понимания, поэтому люди смотрят, если хотят разобраться. Так, ну вот поскольку гипотетическое суждение такое простое, что нечего на нем долго останавливаться, перейдем к следующему, разделительному суждению. И тогда мы выясним, что несмотря на то, что разделительное сложнее, чем гипотетическое, усвоить его, тем не менее, нетрудно. А есть или Б, или С. Разделительное суждение. Человек или порядочный, или негодяй. Это разделительное? Или здоровый, или больной. Или недообследованный. Вот говорят, недообследованный. А если вы на свободе, возможно, просто товарищ не доработал. Доработать соответствующий. Товарищ следователь. Так, А есть или Б, или С. Ну вот здесь особенно, кстати, тут здесь, ну, Гегель здесь обращает наше внимание, что надо не остановиться не на самой этой простоте, а осознать, что здесь выступает тотальность, всеобщность рода. Вот какие есть виды в этом роде? Вот или это, или А, или Б, или С, или Д. Правильно? Можно все перечислить. Человек бывает или мужчина, или женщина. Несмотря на то, что нам доказывают, что бывает неизвестно что. Вот. Но при тотальности известно, что неизвестно, что не может быть. Это вам известно.
А есть новые люди, прогрессивные. Они считают, что есть люди, непонятно какие. Во всяком случае, вот вы со мной спорите, а у вас есть свидетельство социального страхования? Пенсионного страхования есть? Пенсионного? Нет. Нет с собой? Вы наоборот, ведь не посчитали? Вот на экологии это вы читаете, а пенсионное это читали? Страховое это. Да, зелененькое, страховое. Знаете там, что написано? Что? Что подлежит замене в случае изменения фамилии, имени, отчества, года, даты, места рождения застрахованного или пола застрахованного лица. Или пола застрахованного. Да, ну потому что, видимо, есть такие артисты, когда с учетом того, что у нас женщина на 5 лет выходит раньше на пенсию, они как подойдут дело к 55, они раз, меняют пол и выходят на пенсию. Ну, подлежит тогда замене, чтобы так не волновались эти люди. Вот о них подумал пенсионный. Вот так. А вы вот на укологию считаете, а не считаете оборотную сторону. А если это читать, гипотетическое суждение, то можно узнать много нового и интересного. Особенно, когда меняется у вас место, еще время рождения, и место еще рождения меняется. В случае изменения года, даты, места рождения. Диалектически давайте деньги, вам поменять что хочешь на что хочешь. Вот это диалектически. Во-первых, оно уже есть. Как оно может поменяться? А то, что вот вам выдадут, тоже будет есть. Это будет другой документ. И вы будете другой человек. Ну, уже другой будет. То есть, уже не я буду. А вы будете... А вам и не надо быть тем я, потому что вам главное, чтобы не быть тем я, за которым гоняются. За вами уже гоняться не будут. Вы другой будете человек. Для этого и меняют это все. Так. Ну вот, при ближайшем рассмотрении этого обособления мы убеждаемся, во-первых, что род образует собой субстанциальную всеобщность видов. Поэтому субъект есть как Б, так и С. Здесь перечисляется как Б. Или Б, или С. А если видов больше этого рода, да, то может быть Б, С и Д и так далее. Это субстанциальные виды. Не то, что мы перечисляем и даем номера, каких попало. А вот видов обезьян вот столько. И не больше, и не меньше. Ну, если открыты эти виды, конечно. А если еще что-то не открыто, то выясняется, что видов на самом деле больше, мы просто не знали. Да? Как говорится, известных видов. А? Говорят, как известных или открытых. Да, столько. Да, вот столько. Но в данном случае, когда речь идет о суждениях, то имеется в виду, что здесь вот исчерпывающая такая вот всеобщность. То есть род образует собой субстанциальную всеобщность. А субстанция – это категория какой сферы? Сущности. Там после действительности идет. При переходе куда? Куда переход? Субстанция. От субстанции. Ну, переход. Уже в понятие переход. После субстанции уже переход в понятие идет. Снятие уже идет всей сферы сущности и переход. Поэтому и здесь, если мы перелистнем, что мы обнаружим? Суждение такое. Вот здесь суждение. Понятие. Суждение, понятие. Вас это удивляет? Что если мы пошла речь о субстанциальности? Ну вот мы, если вот внимательно мы смотрим за этим и вспоминаем, что Гегель не просто решил расклассифицировать, поставить клеточки и сказать, бывают такие, бывают такие, бывают такие, так называется. Нет, он смотрит, какие виды суждений, какому уровню объективной логики соответствуют. То есть какие виды суждения, которые относятся к субъективной логике. Мы сейчас занимаемся уже субъективной логикой. Что движение в субъективной логике, оно отражает то движение, которое есть в объективной логике. И воспроизводит. Ну, вот теми средствами, которые есть в субъективной логике. А потом, вот, поэтому это стоит об этом сказать, имея в виду, что закончится этот вопрос о суждениях, о видах суждений. И пойдет о чем речь?
о живом индивиде, о жизни, а потом пойдет о познании, об уровнях, о химизме, о механизме, об организме и так далее. И, наконец, об абсолютной идее, об идее познания, и об идее добра, то есть идее преобразования мира. И об абсолютной идее. То есть, надо сказать, что пройдя этот вот довольно сложный участок, на котором мы сейчас именно и находимся, мы переходим тоже к очень интересным и, я бы сказал, более понятным даже вещам, более простым и для нас более привычным, по поводу которых у нас есть, как говорится, и свое мнение. А сказать у вас, какое у вас мнение по поводу там суждения необходимости, но я не рискую такие вопросы задавать, потому что думаю, какое у вас вот мнение по поводу суждения необходимости. Как-то даже вопрос о мнении тут не встает. Вот, собственно говоря, куда мы пришли, куда мы подошли, и дошли мы до суждения понятия. Ну и как это переход? Это единство, как совершается переход, это единство. Связка этого суждения, в котором крайние члены в силу истории, что слились воедино, есть, стало быть, само понятие. И при том, как положенное, простое суждение необходимости, тем самым возвело себя суждение понятия. Вот переход находится на странице 79 вверху. Крайние члены в силу их тождества. А какие тут были крайние члены в этом суждении? Субъект есть как Б, так и С. Тут некуда деваться. А они, так сказать, слились. Вот этот род, который состоит из вида Б и из вида С, хоть его бери как род, хоть бери как Б и С, он дает одну и ту же всеобщность. Всех единиц дает всякость, которые относятся к этому роду. Но только виды у них разные, а к роду они все относятся. Потому что род состоит из видов, а виды образуют. Род состоит не только из видов, а род состоит из того, из чего состоят виды. И виды состоят из того, из чего состоят виды. Только разные виды состоят из разных элементов. И вот в силу этого тождества субъекта и предиката, род определен в разделительном суждении как ближайший род. Вот обратите внимание, страница 77. То есть несколько родов может быть в одном и том же. Это выражение указывает прежде всего на некоторое только количественное различие, на большее или меньшее число определений, которые некоторые всеобщие содержат в себе по сравнению с обнимаемой им особенностью. Согласно этому, остается случайным, что, собственно, служит ближайшим родом. Но поскольку род понимается как такое всеобщее, которое образовано только путем отбрасывания определений, он, собственно говоря, не может образовать разделительного суждения, ибо в таком случае является делом случая, осталась ли еще в нем та определенность, которая составляет принцип, или род был бы вообще представлен в видах не по своей определенности, и эти виды могли бы обладать лишь случайной полнотой. В категорическом суждении род имеет по отношению к субъекту ближайшим образом лишь эту абстрактную форму, и поэтому он не необходимо представляет собой ближайший или субъект род, и постольку он внешен. На странице 77 Гегель пишет: когда род выступает как конкретная, существенно определенная всеобщность, то он, как простая определенность, есть единство моментов понятия, которые в указанной простоте лишь сняты, но имеют в видах свое реальное различие. То есть моменты понятия здесь выглядят как виды.
А само понятие выступает как род. И про них Гегель пишет, что эти моменты понятия в указанной простоте лишь сняты, но имеют в видах свое реальное различие. Поэтому род, постольку есть ближайший род некоторого вида, поскольку последний имеет свое специфическое развлечение, существенная определенность первого, и виды вообще имеют свое различенное определение как принцип в природе рода. То есть постепенно мы приходим, двигаемся к тому, что род исчерпывается в своих, так сказать, в видах, а в виды исчерпываются в единицах, в единичных. Правильно? И род тем самым исчерпывается в этих единичных. Никаких отдельных единичных у рода, кроме тех, которые являются единичными в видах, нету. Поэтому это только кажется, что их, так сказать, что они расходятся. А он, наоборот, род как бы проявляется в этих видах. А раз он проявляется, это не значит, что они другие. Эти виды все относятся и с одной стороны к виду, с другой стороны к тому роду, который их всех обнимает. Ну вот, таким образом, после разделительного суждения, а когда говорят о разделении, что у диалектика в голове должно возникнуть, о чем мысль? Об единении. То есть, когда мы говорим о разделении, то о единстве того, что разделяется. Как бы вы ни расчленяли, ни разделяли, то единое, что есть, это единое будет оставаться, хотя и расчлененным при этом. Он как бы распадается на эти виды, но оно есть. И тогда получается, что вот соотношение предмета с понятием оказывается именно тем, к чему мы приходим. Это единство, связка этого суждения, в котором крайние члены в силу их торжества слились воедино, есть, стало быть, само понятие. То есть тут происходит вот то снятие, которое происходило, когда мы рассматривали учение о сущности. Вот после субстанции идет снятие, и мы переходим к понятию. Когда они все сливаются, и получается вот некое новое. Умение высказывать суждение наличного бытия, говорится в первых словах суждения о понятии, «роза красна», «снег бел» и так далее, вряд ли будет кем-нибудь считаться обнаружением большой силы суждения. Вот видите как, когда мы читали с вами, изучали с вами суждение наличного бытия, это была некая вершина, к которой мы долго шли, пришли и, так сказать, считали большим достижением, что мы поняли, что такое суждение наличного бытия, что роза есть растение, а что кай есть человек. И так далее. А вот тут уже Гегель, поскольку с более высокой точки зрения, смотрит с точки зрения понятия, что умение высказывать суждение наличного бытия, вроде роза красна, снег бел и так далее. Ну вот то, что вижу, то и пою. Это же все можно говорить вот, по ходу движения. Так всегда можно говорить, это вот то, это вот так, а это вот так. Вряд ли будет кем-нибудь считаться обнаружением большой силы суждения. Он не говорит, что тут нету силы суждения. Большой уж силы суждения, это не следует говорить. Суждение рефлексии – суть больше предложения, чем суждения. Потому что они как бы обращают внимание на какой-то момент. Не только берут целое, но и его момент. Правильно? Раз рефлексия. Рефлексия должна быть с отрицанием. Рефлексивное понимание или рефлексивное движение. В чем состоит? В отражении, правда? То есть суждение необходимости, предмет, правда, выступает в своей объективной всеобщности. Вот только что мы делали. Однако лишь суждение, которое нам теперь предстоит рассмотреть, имеется соотношение предмета с понятием. Вот до чего мы добрались. До соотношения предмета с понятием. А соотношение предмета с понятием нам, что про это нам известно? Ну,
Одна часть истины. А? Одна часть истины. Да, то есть мы подходим как к вопросу об истине. Вот почему вот Гегель, так сказать, двигается по этим самым суждениям так, чтобы все подходить ближе и ближе к истине. Что вот эти суждения – это правильные, правильные суждения. И эти правильные, а вот эти уже истинные суждения. И он различает и правильность, и истинность. Мы знаем это с самого начала. Он эти самые различия устанавливал. Вот. Что нам предстоит дальше сделать? Вот у нас на повестке дня теперь суждение понятия, которое надо будет изучать в тот период до следующего занятия. А там будут такие суждения, как суждение понятия, ассорторическое суждение, проблематическое суждение, аподектическое суждение. Так, то есть, если вам кто-то будет какие-то суждения называть, то вы знаете, что самый высокий вид суждения – аподектический. Я вот вас категорически призываю, а вы меня можете аподектически. И тогда вы меня, так сказать, более высоко поставили вопрос. И тогда уже мы приходим к чему? Третья глава – умозаключение. Никому не запрещено читать умозаключение – не только в перспективе, но и в тот период, который у нас пройдет до кружка. Вот. И снова посмотрите, вот если мы будем смотреть, как он дальше идет. Снова он применяет тот же самый масштаб. То есть он снова то деление, которое было в объективной логике, применяет для субъективной логики. Потому что субъективная логика отражает объективный мир. И поэтому у Гегеля это вот тут проявляется. Смотрите, умозаключение наличного бытия. Дальше потом там фигура, первая фигура умозаключения, вторая фигура. Идем дальше, умозаключение, вторая фигура. Тут, видите, длинно, много написано. Третья фигура, четвертая фигура умозаключения. А что вот пойдет за умозаключением наличного бытия? Кто первый ответит? А? И рефлексия. Умозаключение и рефлексия. Это страница 106. Видите, мы уже добрались до 106 страницы. А потом какое будет заключение? Умозаключение после умозаключения рефлексии. Сейчас посмотрим. Тут вроде большой текст. Да, вот видите, как вы уже круто берете. Умозаключение необходимости, страница 115. Так. А дальше что будет? А потом объективность. Нет, будет там заключение понятия сейчас. Нет, объективность. Чего? Объективность. Так если я прихожу со своим понятием к объективности, это и есть заключение понятия. Понятие – это соответствие. Ну-ка, понятие объекта, да. Ну вот, к объективности должно и прийти. То есть вот этот принцип здесь вполне выдерживается. И если мы, значит, где-то какие-то моменты по ходу дела не понимаем, то тем не менее общий ход движения мы с вами уже усматриваем, как говорит прокуратура. А иногда она говорит, что в настоящий момент оснований для применения мер прокурорского реагирования не усматривается. Она хорошо говорит, это не значит, вы дальше будете писать или обращаться. Она потом скажет, а вот сейчас мы усмотрели, если вам удается это надавить и выиграть. Ну а если не усматривается, то и не усматривается. Например, Генеральная прокуратура, она не берет никакие обращения от граждан в случае, если нет отрицания. Отрицательного заключения на более низком уровне, городском или там районном. Вот если у вас есть отказ, вот можете ехать в Генеральную прокуратуру на прием или писать туда бумагу. А так нет. Тоже все это по восходящей. Ну а что нас ждет в дальнейшем? Вот мы приходим к объективности снова уже.
но уже к той объективности, которая выражена в понятиях, правильно? И в объективности у нас там будет механизм, который все ищут некоторые. Дайте нам механизм, который нам позволит решить эту проблему. Я говорю, увидели механизм с головой хоть раз? Хоть видели хоть раз? Нет. То есть это что-то безголовое вы хотите сделать. Это искусственный интеллект. Вот механизм. Химизм. Ну, у нас таких людей, которые химичат, много. Так что тут это тоже есть. Например, вы берете два совершенно таких продукта, два элемента, с которыми наша жизнь несовместима. Да? Натрий и хлор. И соединяете их, и потом спокойно посыпаете себе хлебушек, что хотите, натрий и хлор. Натрий – это металл, такой, который самосгорается на воздухе, режется очень легко ножичком. Вот. Если его бросишь в воду, образуется натрий OH, щелочь. Ну, хлор, понятное дело, боевое, ядовитое вещество. Но можно сделать какую-нибудь соль хлоркой, тогда можно что-то убирать, но не пересаливать. И вот после химизма идет телеология. То есть речь идет о цели. Субъективная цель, средство, выполненная цель. И дальше самый такой богатый отдел, который называется очень красиво – идея. Вот к чему мы идем. Первая глава – жизнь. Ну, о жизни не только можно поговорить о жизни на кружке, но и почитать перед этим о жизни. Живой индивидуум, процесс жизни, род. Вторая глава – идея познания. Идея истины, аналитическое познание, синтетическое познание, дефиниция, подразделение, теорема, идея добра. И абсолютная идея. Все. Так что горизонты у нас ясны, определены. Вот. И главное, что никому не запрещено, во-первых, дочитывать все до конца, и потом начинать сначала и снова читать. Какие есть вопросы? В связи с обилием вопросов занятие заканчиваем сегодня. Спасибо за внимание.